Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем тему совмещения приемов айкидо с различными системами, и в том числе с той техникой, которую показываю я. Эта тема вызывает очень большой интерес, особенно у представителей традиционных стилей айкидо, поэтому давайте сегодня еще раз порассуждаем на тему знаменитого приема котэ-гаеши. Итак, смотрите, я показываю вот такую блокировку. Мой друг Артем Александр будет мне помогать. Смотрите, удар в голову прямой. Вот есть такая блокировка. Смотрите, прямой удар в голову. Она смещает удар в сторону. Смотрите, вот так. Идет удар прямо в меня. Вот так. Да? Она смещает удар фактически. И все, удар идет в сторону. Можно наносить встречный удар. И вы еще, эту блокировку еще можно делать с кулака. Смотрите, удар. Вот. С кулака и удар уходит. Удар быстрый. Назад сразу. Видите, назад. Удар. Прямо в меня. Вот. Так вот, из такого блока можно сделать прием котэ-гаеши. Артем, давай попробуем, смотрите. Артем сейчас выполняет точно такой же блок, медленно. Идет удар в голову. Смотрите, он выполняет точно такой же блок. Видите, вот так, сюда, поближе. Вот, удар сместился, идет встречный удар. Причем самое важное, чтобы этот удар был не сильный, да, который может отбросить противника, а такой короткий, четко. Вот таким вот образом. Да? Дальше идет прихват, захват за кисть и уход в сторону, видите, с ударом локтем. Еще раз. Да, вот. Еще раз из захвата. Итак, удар, блокировка, удар встречный, прихват, удар локтем. Все. Выход на захват. И дальше идет прием котэ-гаеши. Вперед. А давайте еще раз покажем, вот так славно получается. Давайте еще раз. Удар, блокировка, встречный удар и прихват. Удар, прихват, удар локтем, выход на прием и прием. Вот таким образом. Причем основная проблема состоит в том, что когда человек бьет, он часто отдергивает руку. Вот смотрите, если партнер, нанося удар, пытается отдергивать руку, видите, вот он пытался отдернуть руку сейчас, он все равно попадает в этот захват. Еще раз. Удар. Причем попадает в захват даже без предварительного удара в голову. Да? Дальше идет удар и опять прием. Сейчас Артем и Саша покажут это в быстром темпе. Давай попробуем. Вот вы. Работаете, да? Отлично. Друзья. Попал. Ну, на самом деле, ничего страшного, да? Сейчас мы будем лечиться после этого видеокаста. Смотрите, друзья, я вам хочу сказать, что техника айкидо, великолепная техника, важно правильно ее применять. И правильно выходить на захват. Вот за все то, что касается айкидо, ответят мои друзья, поэтому вот Артем и Александр, я отвечаю только за свою технику, поэтому всего доброго, пишите, счастливо.